Здорово! Сегодня мы с тобой поиграем в кастомку, которую в игротеке можно найти вот таким образом. Таланты x10 balanced, и суть ее заключается, в принципе, в названии. Таланты здесь умножены на 10. Вот, допустим, 2500 к золоту от трека, 500 к похищению золота от Дженада и потом 20 зарядов сюрикенов. Это все будет выглядеть довольно вкусно, стильно, современно. Так что усаживаемся поудобнее, дорогие друзья, и всем приятнейшего просмотра. Друзья, лето подходит к концу, так что самое время отрываться на полную. Летний Battle Pass у наших друзей с Epic Loot — это что-то по правде эпическое, которое еще достанется вам абсолютно бесплатно, а не за 300 рублей. Вы только вдумайтесь, каждые 15 уровней вам дают аркану, а тем, кто пройдет до конца, выпадает гарантированно ДК-хук или плечи на СФа за 12 тысяч рублей. И это еще не все, 19 новых кейсов на главный вас порадуют действительно годными шмотками в дропе. К тому же, открывая их, ты попадаешь в топ дня или за весь ивент и получаешь еще больше шмоток. Не теряйте время, залетайте прямо сейчас по ссылке под видео, вводите мой промокод, который даст дополнительно 15% на баланс и бонусный пузырек с хп в новой мини-игре Boss Fight. Дерзайте. Вот это шутка для тебя. Тут надо ударить, понимаешь? А вы видите, какие там герои? Там печально все. Там посмотрите, как бы. Там все очень печально. Для нас? Да. Понял. Может, где-то пойдем руну попробуем отжать, там, например, вверху, дорогие друзья. Я там золото поворую с кого-нибудь. Так, готов, можно бить. А турбо здесь стоит, там скрипов больше? Да. Блин, это всегда стоит. Что можно поставить? Ладно, я пошел отжимать руну. Помогаю. Хотя нет, это заставить. Вы там пока деретесь, все дела. Ой. Я случайно. О, закуп на мужика. А кто нас видел? Визаж? Ой-ой-ой, ладно. Так, ну три руны это хорошо. ФБ, конечно, дали плохо, но три руны это прекрасно. С кем мы с тобой, да? Связочка есть, в принципе, все более-менее. У нас Широ будет очень сильный. У него там и плюс здоровье, и плюс к урону. Прям все, все как надо. Надо просто до 25-го дорвить. Сюда. Ой, не того. 25-й, кстати, не обязательно. Денег много дается. Мне кажется, ты переборщил с опытом. Я вообще ничего не настраивал. А, из-за этого мне сюда очень неприятно стоять, который мне прячет. Кулдаун. А, они тебя хотят убить. Пусть 2 секунды связка. Пусть хотят. А, ни хордов нет. Теперь есть. Просто фармим. Просто потихонечку, методично фармим. Если бы я еще понимал, где тут какие крипы. Мы не хотим его пить? Мы берем его. Хотим. Замедлил. Хорошо. Найс. 3 секунды связка. Подожди, замедлил. Не бивай. Ладно. Ой. Я, пожалуй, пойду. Можно фласочку привезти себе. Они тут довольно быстрые. Он видит меня. Встань. Ой, этот крипов вообще возможно будет добивать под этой вышкой. Вышка усиленная. Ясно. Вышка прям кошмар. Это нечестно. Вышка супер сильная. Не хочешь в этот поснимать тут варды? Давай. Сниму. Потому что к крипам нам что-то прям супер сложно подходить. Ну ты, конечно, ворвался. Вот прям идеальный вард. Я бы сказал, лучше некуда. Рабочий. Но они раньше таланты получат. Вот это неприятненько.
Там никто не хочет прийти поубивать, у нас тут рейки есть, все дела. Надо было связать его. Есть на трек? Ага, ульта вот. Живу. Давай на базу сбегу. Че нет? А я фласочку себе привезу. Серьезно? Не попал! На мышке перестал работать в такой момент. Вырубал эту мышку. Там трек не висел. Нету бана. Просто урона не хватило. Ну, если бы у нас один молодой попал бы своими скиллами. Я не умею играть на мелке. Впервые играю. Взрослый, кстати. Ладно, есть возможность постоять на опыте. А, не травочка. Короче, я понял. Хочешь что-то сделать, сделай это сам, да? Сейчас поставим, сейчас поставим. Это тут, наверное. Вообще, вот тут обычно ставят. Вот он. Тихо. Жек, у меня первый талант на 10-м. 400 корона от жена, да. Какая же сильная иллюзия. Почти 10-й. А можешь немного отойти, я опыт получу. Буду 10-й. Я закрыл его, наверное. Там центряк воткнули. Еще один. Я почти попал так. Хорошо. Убил его? Хорош. Того, да. Это оригинал. Ладно, не хватает чуть-чуть прям. Я вас понял. Он крутанулся. Он крутанулся. Там 11 уровня, у него 300 урона от Риптайда. Очень больно. Смотрите, иллюзия прям вообще сумасшедшая. Вижен стоит. Я вас понял. Вижен какой? Ну как какой? Обычный вижен. Обсервы или что? Да, у них стоят. Снял? Да. Все, я бегу. Давай кого-нибудь убьем. У меня с первого скилла очень много. У меня, кажется, талант не сработал. Где урон? Ага, вижу. Реально. Вижу, бегу. Что? Он тебя лоу хпшного испугался? Да. Да серьезно, как и... Нормально. Сработались с тобой. Это я его припугнул, что он туда вперед пошел. Так, кого-нибудь бы найти. Там у тебя хпшки есть, надеюсь, у него не возьмет. Весь прикол в том, что, несмотря на то, что урон не показывается, он есть. Визуально. Это от чего? Иду по следу.
кто-то еще фармит. Что-то их тут много, очень много. Их тут трое. Так, меня нашли. Он украл у меня почти всю ману. Но денег я с этого получил, в принципе, тоже неплохо. Меня убивают. Так, тут вижен. Хорошо. Подожди, а у меня критует он или что? Не пойму, же надо. Или не критует? Так, а где оригинал? Угу, видно меня тут, значит, да? Чё, ноль. Ах, как больно на Люцифере. Так, ну Shadow Walk снижает получаемый урон на 90%. Это прям прекрасно. Нужен 15-й. Кирюх, что сейчас вообще на БХ собирает? Да, миссии, ну, как бы Аганим, Октарин, Ринзу. То есть не с руки. Ты же тосами убиваешь. Ну да, ты треки раскидываешь и тосами убиваешь. А потом уже, когда много-много нафармил, там хора перебывает спокойно. Но все равно не все это даже делают. Ну я, по идее, просто буду бессмертным. Не то чтобы прям полноценно бессмертным, блин, но тут нужны... Тут нужен БФ. Блин, вот чуть-чуть я рядышком был уже. Прям рядышком. Хорош. Ой. А урона-то нет. А что такое? А где урон? Ой. Не шукаю. А когда я кидаю тос, я выхожу с инвизом? Да. Да. Тогда радик собираем. Сейчас покажу оригинал. Подожди, тут нет оригинала, да? А вот оригинал. Ребят, всем видно? Больно. Мне 25-й надо, где его взять? Я с инвиза выжил. Вышел, вот что. Ну, главное, убили. Короче, надо на вас, наверное, каких аур насобирать. Взял себе радик и просто буду бегать сжечь. Вижу цель, не вижу препятствий. Скрылся. Так, снизу там мадама. Иллюзии. Ну, не только, походу. А вот и оригинал. Я могу взять Октарин и сделать двоих бессмертных, получается. Длительность 35 секунд, кулдаун 15 секунд. Кто у нас еще хочет пассивно просто бегать? У тебя вроде отдельные скиллы. А это, ну, отдельным скиллом? Инвиз.
Да. На Ctrl нажимаешь вроде. Прикольно. Нет, его переделали в одной. Бегу на ТБМ. Ой. Так, подожди, пока без шардика. Хорошо, зарабатываем деньги. Мы будем делать деньги, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Сейчас замедлим. Парня мой убил. Ладно. Мои люди, точнее. Как попасть? Жить. Все, он меня не ударит. Давай. Он сейчас горгулья накидает. Хорошо. Так, жертвы трек становится своим, делится своим обзором. 500 похищений вот же надо. О, мы продолжаем делать бизнес. По-моему, у тебя не будет здесь горгулья на месяже, как я знаю. Тараску взять. Если не будет. Она не будет. Зачем я тогда иду 25-му? Это нечестно, да. Тогда. Репорт кастомки получается. Я ворую по 500 золота. Надо актерин взять. Все работает, что вы мне расскажете. Работает? Ага, понял. Я ошибся, дам. Ну извини, я тут сильно не помогаю. Бля, тупо, надо было левого там взять. Я так, на подсосе. Да, он догадался. Фига! Чисто, бля. Ты можешь горгульями убить, чисто станом. Все, с Акторином поприятнее стало. Вот это я понимаю, сборочка на БХ. Радик, Акторин, Дизоль, так шарт надо купить. О, если еще будет минус КД. Нет, минус КД не будет, зато есть физико бен. Это все иллюзии, серьезно? Ой. Зря ты подошел. Визаж, там сильно прям на ХГ не иди. Тебя обидят. Так, показываю. Минус все бабки сейчас тебе сделаем, брат. Он с тобой пушит, пацаны. А у нас визаж же есть. Ух ты, ничего себе, там иллюзия идет, пацаны. Вы посмотрите на это. Надо что-то с этим сделать. Они все сильные очень. Ребят, проблема. Ой-ой-ой. Тут прям серьезная проблемка. Это оригинал. Денег заработали, все прекрасно. Ну, где уже 6 слотов. То же самое. Так, шардик.
Кого бессмертным сделать? Дум, давай тебя бессмертным сделаю. Давай. Могу еще кого-нибудь бессмертным сделать. Давайте команду бессмертных. Набить надо будет. Это ж просто идеальнейший сейф от БХ. Вы можете бороды снять? Кто-нибудь? Что снять? Бороды. Я их везде вижу. Что, ты неуязвимый был? Ты был неуязвимый. Был, да, всплыл, получается. Давай, Шира, ультуй. Сейчас ультанешь через 4 секунды. Тайминг нажал просто. Давай, можешь ультовать. Все, пойдем. Работаем. Мне правда один левел остался, да, 25. Такая же фигня. Но он можно сверху ТБшку убить. Че он как отдельно пошел? Я тут крипов немного провел. Это люди что ли было? Живи, живи. Блин, маны категорически не хватает. Ай. Живи. Живи, моего. Широ, сейчас подсейвлю. Живи. Что за музыка? Хайбэк с арканой. Понял. Так, надо, короче, чтоб пушил как-то. А, живи. Нет, не живи, да? Они слишком сильно заходят на пуш. Так, 20 зарядов тоса. Погнали. А, ну нормально, нормально, нормально. Я тогда Радик нафиг убираю, беру себе Каю, допустим, Сашу. Нормально ты там накинул. Ну я им уже мог давно трон сломать, конечно. Ну можешь просто зайти на хайграунд где-нибудь с ними пообщаться. Да я не могу уже общаться. Уже поздно. 28-й, 28-й. Кто-то еще есть 30-й? Давай, удачи пробить. Пробил. Вот это у тебя там горгулий. А что с радиусом? Просто кошмар. Меня ждали. Но байбек. А что там, когда нет на байбеке? Наверное, там. Да, мы сделали кастомные байбеки. Давай, визаж, пойдем работать. У меня птички КД. О, спал призма, прекрасно. Так, этот все иллюзий своих отправляет, да? Очень много иллюзионистов. Это аж прям бесит. Ходи, ты в сейве, ты в сейве. Что? Ты в сейве? А, нет. Извините. Хорошо. Спошит? А, нет, у нас еще Багдар работает. Ну, блин, с иллюзиями я не знаю, как бороться.
У меня нету на это ресурсов. Есть у нас кто-то супер плотный, чтобы собраться с руки? Потому что видите, у них как бы по 7000 кп. Да, Саш. Только с салатом. Чуть, блин, от испуга не умер. Мансарды нужны кому-нибудь? Можешь создать это. Деньги есть. Если байбеки без КД, то я думаю лучше просто ставить. Так толку, я аж ничего не делаю. Только вот могу подсейвить и все. Сейвлю. Ух ты, ёб твою медь, вот это он взорвался. Фига он взорвался. Больно, больно. Чё-то курьер тут стоит. Зачем стоит? Непонятно. Короче, попробуем. Вряд ли это, конечно, мне поможет. Берем БФ. Нам бы кого-то, кто очень хорошо иллюзии уничтожает. Ну вот, сейчас хочу этим заняться, попробовать. МКБ надо тут. МКБ. Так, тогда мне вот это не надо. Нам бы везде вижен им снять. Я могу, в принципе, трон начинать ломать им. Подожди, родной. Тогда это нужно получить. Ну вот, вижен стоит. Везде вижен стоит. У нас тут вижен как-то поставить. Ломаю, ой, меня сейчас убьют, ничего себе, 90% хп. Я ломаю? Да. Пусть ладно. Отвлекается там, как раз еда приехала. Это было близко, это было очень близко. Я могу тебя сейчас прилететь подсейвить, если что. Я сейчас 30-й получу, дизорд куплю. 6 секунд. Извиняюсь, еда приехала. Сзади. У меня кнопка КД. Я хочу сломать их. Теперь я буду Лизи нормально убивать. У меня все запало. Могут идти пушить. Сейчас как раз испытаем. Живешь? Не бей. Хорошо. Это ладно. Снесли этого пацана. Там бесяжа не дает. Урона просто кошмар не хватает. Фиги там дэмэдж. Они знают. Блин, не сперевает одного раза, с одного. Давайте пока он там пытается. Вы бы навязали бы хоть что-то. Да. Просто пушим потихонечку. Я 40 секунд. Живи.
А зачем ты вылез? Сейчас спрячу. Живи. Не нажимай кнопки. Давай, 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 расстреливай, расстреливай. Хорошо. Нормально, нормально, работает. Давайте подтягиваем, подтягиваем. Дум, по низу, по низу. Пропуш. А, на меня вышли. 10 сек, 10 сек, мой бэк. Ну вот просто я не знаю. Сюда у Vision. Так, у них тут Vision стоит. Дум, мои бэки закончились. Там на 10 секунд, на 10 секунд. Хорош! Живешь? Расстреляли. Живешь, Широ? Вон они сверху идут. Да это невыносимость просто. Можно как, хоть что-то увязать? Как закончить? Да мы их тут держим, мы тут с ними деремся, да постоянно. Уже что, уже минуту уже КД. Да вам не тут нужно стоять, вам нужно идти было пушить. Так как мы их попушим, если ни крипов нету и они вот здесь вот крутятся? Здесь бэктор обычный. Вышки обычные. Они у только больно бьют, у них все расфайпится. У нас на банше дефает. Тут иллюзия ДБ сильнее меня раз в 10. Что я могу сделать? Вот хитлиф. Ну, как бы как что делать, если может шейкер наделать грязи. Все, маны нет. Заряды заканчиваются. Тебе можно вот тут вот встать, взять немного маны и байбекайтесь, байбекайтесь, ребят. Не хватает денег. Кнопка мне все равно не нужна. А, там без КД? Да. И тут всем. Решили закончить. Да, убили. Все, убил. Закупись на ману, чтоб мана у тебя была. Молнии продай. Они неплохо помогают. Нормально. Да у нас хитклиф офигенно дефает. Подает Тариал, купи серапира. Это монориген был. Так, ребят, если что, напоминаю, давай, что на 150 фрагах игра закончится. КП надо, давай вот это потом. Можешь разультиться, я кину на тебя. Не на дефе, пацаны, пока что. Еще буду кричать. Сейвлю. С гемом, что ли? А, с гемом, понял. Там парень, да, с гемом. Да, он прожимает иллюзии, пипец лагает.
А, я с инвиза вышел, закончился. Главное, не умри, не отходи далеко. Лучше стой на фонтане. Не, на фонтан. Хорош! Классно. Давай, короче, я буду возле тебя бегать и сейвить. Давай, давай. Наверное, нам на сути, по сути, тебе можно купить травула, прилететь на визажа, вот здесь вот в кустах с тобой вдвоем спрячемся, ты будешь накидывать, а, надо толпой выйти, ребят, вот сюда толпой, чтобы один забайтил на себя, визаж не подставлялся или хотя бы там свои... Там проблема в том, что он с орехами здание не сломает. Он убьет иллюзии, которые убивают визажа. Хотя там многосарим просто этот сон давай, кладет. Давай, покупай себе, лети на визажа. На визажа все летим. Давай, я сейвлю. И тебя сейвлю есть. Сразу. И как вы ко дай мне подойти. Надо, чтобы кто-то здесь пошел, ребят, сейчас. Ой, так, ой, нас пушат. Пошли. Не улетай, не улетай. Давай, давай, заходим, заходим. Подай на ногу. Обновил. Сейчас обновлю. Пушат. Ну ладно. Снес. Хорош. А, отвлек. Забайчено, забайчено. Вот такая вот сегодня у нас довольно потненькая получилась кастомочка. На удивление, обычно на расслабоне все играем. Приходилось придумывать всякие тактики, галактики. Но это в любом случае довольно весело. Так что спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно ставим лайкусик. Мы старались для вас. Постарайтесь для нас пальчик вот один вверх и все. И подписаться на канал, если вы этого еще не сделали раньше. Но на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.